Сегодня мы рассмотрим набор для ноутбука одной из самых популярных компаний, производителя периферийных устройств для персональных компьютеров – Logitech, а именно ноутбук Kit MK605. Набор представляет собой беспроводную клавиатуру и мышь, подставку под ноутбук, два комплекта батареек AA и руководство пользователя. Все устройства компании Logitech отличаются качественной сборкой и привлекательным дизайном. Набор, который мы рассмотрим сегодня, еще одно тому подтверждение. Внешне это комбинация глянцевого и матового пластика, серого и черного цветов, с некоторыми ярко-желтыми элементами. Мышка же оригинально смотрится в серебристо-сером исполнении. Гибкая модульная конструкция означает, что комплект Logitech Notebook Kit MK605 работает практически с любым ноутбуком с диагональю до 15,6 дюйма. Вы можете использовать необходимое сочетание из мыши, подставки и клавиатуры, которое наилучшим образом подходит для ваших конкретных нужд. Беспроводная лазерная мышь обеспечит плавное и точное управление курсором. Полноразмерные клавиши и цифровая панель клавиатуры позволяет с большим удобством и более эффективно работать с текстами и не только. А поворотная подставка для ноутбука поднимет ваш лэптоп под одним из трех возможных углов. Таким образом, в одной коробке вы получаете полный набор всего, что необходимо для комфортной работы с ноутбуком. А это позволяет не только существенно сэкономить в отличие от покупки гаджетов по отдельности, но и мгновенно делает работу с ноутбуком такой же удобной, как на стационарном компьютере, сохраняя при этом мобильность. Беспроводное соединение клавиатуры и мыши с компьютером обеспечивает технология Logitech Unifine. Ее возможности состоят в поддержке до 6 совместимых мышей и клавиатур на одном USB наноприемнике. То есть вы можете создавать разные удобные комбинации, например, офисного и домашнего комплекта. Также она отличается мгновенной готовностью к работе при попадании в радиус действия ресивера. Безопасность обеспечивается 128-разрядным AES шифрованием сигнала с клавиатуры. Также важно, что технология полностью совместима как с платформой Windows, так и Macintosh. Размеры подставки немного больше листа А4. Покрытие черный матовый немаркий пластик. С обратной стороны подставки размещена серая подпорка, благодаря которой ноутбук можно установить в трех положениях под углом 20, 30 или 40 градусов. Круглая желтая поворотная стойка легко поворачивается вокруг своей оси, здорово упрощая маневренность ноутбука. При этом ее ножка прорезинена, а значит конструкцию нельзя случайно смахнуть со стола, особенно вместе с тяжелым ноутбуком. Поддерживающие элементы тоже желтые, они отгибаются под углом 90 градусов и при необходимости также прячутся обратно. Подставку вполне можно держать и на коленях, хотя она и предназначена для стола. Особенно это пригодится в работе с ноутбуками, которые чересчур перегреваются. Подставка легко складывается и занимает в таком положении совсем немного места. И клавиатура, и мышь работают от пары батареек AA. При обычном использовании их должно хватить на 15 месяцев, но при желании можно продлить время их работы, выключая соответствующими рычажками. Клавиатура в наборе полноразмерная, низкопрофильная и влагозащищенная, а по мягкости нажатия похожа скорее на клавиатуру портативного компьютера, чем на обычную. От обычной она отличается наличием дополнительных функциональных кнопок. Их можно запустить знакомой всем пользователям портативных компьютеров клавишей Function. Из приятных особенностей хотим отметить возможность выключения ноутбука простым сочетанием клавиш Function плюс F12. Клавиатура и мышь, благодаря универсальному приемнику Logitech Unifine, при подключении занимают всего один разъем USB. В клавиатуре предусмотрено специальное место в отсеке для батареек, где удобно хранить USB-приемник. В наборе Kit MK605 нам понравилось вращение подставки, прорезиненные бока мышки и мягкая полноразмерная клавиатура, а также технология Unifying, на которой работает устройство. Не понравилось, что в клавиатуре нет ножек для регулирования высоты, но в целом набор Logitech очень славный. Он эффектен внешне, компактен и удобен для работы.